приехали в Ростов, сейчас нашли Макдональдс где-то в центре. Ну, для нас абсолютно непонятный город, довольно большой, хорошие улицы, обширные. Пока в самую такую пробку мы не врюхались, увидела я Мегу, Икея. Это то, чего нет в нашем городе, к сожалению. Так хотелось бы иметь Икею у себя в городе. Но говорят, наш мэр завалил много денег, захотел себе большой откат. Бывший, по-моему, мэр, не знаю, не буду лукавить. И они сказали, да пошли вы, слишком много денег вы хотите. Так вот, все, Макдональдс. Привет, Макдональдс. Здесь, в принципе, стандартный, как обычно, мой любимый Биг Тейсти большой. И что это, шейк манго, новиночка. Что я хочу сказать. Хороший кондиционер здесь работает, но в нашем Макдональдсе все-таки уютно. И туалет здесь грязный. Все. Приятного аппетита. Хочу сказать, это был самый вкусный гамбургер. Гамбургеры же, да, они называются там? Сэндвич Биг Тейсти. Он был великолепен. Такая кухня, нашей кухни еще получится их. Там прожарено мясо, оно ароматное, не жалеют специй. Ой, специй, соусов. В общем, красота. Это просто был самый великолепный Биг Тейсти в моей жизни. А у нас пожалеют соуса. Он будет такой вялый, уже еле прохладный. А этот тепленький, ну, в общем, описывать можно. Советую, да, советую ростовский Макдональдс на улице. Наверное, какой-то центральный улиц. Не знаю, здесь нет ориентиров. Не написано, по крайней мере, ничего. Поели мы бешено, как кролики. И сейчас, вот я что, ухватила собой. И сейчас мы бежим смотреть на реку Дон и уже валим скорее, потому что нам надо попасть через Краснодар, по-моему, в горячий ключ. До встречи. Мост у них закрыт, и мы набрели на такое шикарное место с фонтаном, где все люди плескаются и плещутся, правильно сказать. И, в общем, радость, радость. И они все в плавках. А как я пойду в платье? Пойдем туда. Я на самом деле очень расстроилась, потому что мост закрыли, и мы думали, все, обломись, не увижу. Не увижу я Дон. А вот он, красавчик, передо мной. Показываю. Класс! Вот так вот, надо было одевать купальник. Сейчас буду прикалывать. Очень красивая набережная, хорошо оборудована. Красивый Дон. А к нему нельзя спуститься, да? Дон весь зеленый, вот так вот. Красота! Привет, Дон! Я рада тебя видеть, чувак. А ты? Я осталась приятно удивлена чудесным городом Ростов. Побывав в этом городе не больше 1,5 часов, я увезла с собой потрясающие эмоции и заряд позитивных мыслей. Красивый, ухоженный, уютный Ростов останется в моем воспоминании навсегда. Ох уж эта набережная, в которой вложена частичка души. Сразу видно, что депутаты в этом городе воруют меньше, а больше вкладывают в инфраструктуру. Если вы увидите мокрого человека на пляже именно, на пляже, на набережной именно здесь, все очевидно. Это виноват вот тот фонтан. Он просто затягивает. Хотелось окунуться, еще раз окунуться. Больно, позвоните. Платье просто мокрое. Напрочь. Все, мы двигаемся дальше. Жара уже отступила и очень приятно идти. По центру практически города, я не знаю, центр это или нет, но полностью мокрый. Если вы будете в Ростове, обязательно вот сюда попадайте, просто даже не думая, и одевайте что-нибудь, что не жалко намочить, если вы способны на такой поступок.